К другим темам. Вчера на социальной комиссии и сегодня на заседании комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления наиболее оживленно обсуждался один и тот же вопрос о незаконности предоставления земельного участка в северной части города предприятию «Русская стратегия», более известному жителям как «ЕГАЗА». Незаконное присвоение земли предприятием «Русская стратегия» на стадионе «Северный» бурно обсуждается не только в административных кругах, но и городской общественностью. В общем-то, несколько раз перед спортивной общественностью, перед администрацией города были заключены договоры о намерениях. Вот, но каждый раз для выполнения обещаний почему-то требуются все новые и новые участки земли. Вот, на сей раз участок земли запрашивается под спортивные нужды. Но в этом глубокое сомнение у всех граждан, кто там хоть как-то касается этого вопроса. Мне масса звонков, депутатам Машгородка масса звонков, вся спортивная общественность встревожена. Встревоженные граждане и администрация видят в этом незаконный захват земли. На самом деле подтвержден факт установки ограждения самовольно. Это нарушение действующего законодательства со стороны ООО «Русская стратегия». Никто не имеет права огораживать земельный участок, использовать, если не заключен не даже постановление, а договор аренды, который должен быть зарегистрирован в Росреестре. Поэтому сейчас составляется протокол административной с «Русской стратегией», привлечение его к административной ответственности, потому что это нарушение, и уведомление демонтировать. На сегодняшний день этот вопрос не закрыт. Он будет еще раз исследован и рассмотрен уже на следующей комиссии. Сегодняшний ответ администрации, что факт незаконного строительства ограды установлен. Администрация готовит ответ в прокуратуру, а депутаты, в свою очередь, готовят обращение в администрацию касаемо этого важного для города вопроса. Валентина Домарадская, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».